Ну, всем, как обычно, здоровья. Кто меня знает, зовут меня опять же Серега, да? Ну, вот созрело обращение такое, ввиду вчерашнего выступления двух ВОВ. Ну, по поводу профсоюза он там выразился, да? То есть уже сама власть дает понять, что... Короче, мужики, берите власть в свои руки. Ну, хотя бы даже не власть, а занимайтесь сами своими проблемами на рабочем месте. Занимайтесь сами своими зарплатами. Сколько, короче, насколько вам хватит ума, скажем так, и сил, и того же, допустим, духа, да? Повысить себе зарплату, вот столько и повышайте. И поэтому всех, кто скептически относится там к моим там словам, когда я говорил по поводу шахты «Большевик» сейчас опять же, да и по поводу вообще всех предприятий, что надо вступать в профсоюз, надо организовывать сильный коллектив, нужно сплачиваться между собой, нужно противостоять работодателям, ихним замам и так далее, там все, кто придерживается политики «Больше заработай, меньше отдай». Ну, у нас сейчас только такая ситуация. Больше другой, я думаю, нету, и альтернативы не будет. Потому что, опять же, по поводу шахты той же «Большевик», да, в этом году заканчивается срок коллективного договора, который был до этого, да, у нас 3 года, да. Очередной колл-договор, скорее всего, подпишут. Ну, как обычно, без вашего участия, то есть доверенные лица, скажем так, предприятия, да? За закрытыми дверями никакого совещания, никакого собрания с рабочими, да? Я думаю, не будет, как обычно. Ну и все это останется как бы только... Ну, для вас придет только факт уже, что вы придете, как обычно, распишетесь за что-то там. Ну и все. Ну и мой вам совет еще, читайте то, что вы подписываете однозначно. То есть коллективный договор, насколько я понимаю, прочитала на предприятии, наверное, человека 4, может быть. И то и один из них я был. Ну и там еще кое-какие ребята. Нарушений там много, поэтому если у вас опять же есть желание, самостоятельно прочитайте, вы сами все поймете, сами все увидите, согласно чего вы работаете, и сопоставьте то есть ту ситуацию, которая в действительности есть на предприятии. Ну, вы жили, я думаю, не очень хорошо, как вы сами понимаете. Да, я думаю, и все жили не очень хорошо. Если бы же было все нормально, да, там, ну, не было бы вот этих там медных там вопросов, там, допустим, да, каких-то там, что-то где-то кто-то украл, что-то где-то что-то. Не было бы, допустим, такого, что я знаю, некоторые на выходных не прочь подзаработать, но опять же не от хорошей жизни, да, были бы зарплаты нормальные, скажем, да. Зачем бы мне это надо? Да я бы проводил бы время с семьей, там, ходил в кино, занимался спортом. Ездил бы, отдыхал, на лыжах катался. Там. Да кто, у кого какие как бы потребности, скажем так, есть. Потому что зарплата шахтера, она всегда была, да и как профессия сама, она была престижна не только из-за того, что там были люди, работали, которые как бы, ну, друг за друга всегда стояли горой, да. Ну и неотъемлемая часть была престижа этого. Это, соответственно, заработная плата, чего сейчас нет, я думаю, и... Пока мы будем молчать, пока мы будем все это хлебать, скажем так, так оно и будет. Поэтому я хочу вас, ну, не то что призвать, да, ну, хотя бы задуматься над тем, что есть реальная возможность, да, то есть повлиять на ситуацию как в финансовом плане, так и в моральном, в материальном, то есть показать, что мы чего-то стоим все-таки, показать, что мы коллектив, а не... Отдельные там по кучкам, да, или вообще одиночки какие-то. Поодиночке они нас, соответственно, вырубят, вырежут, выстегнут, как хотите это называйте.
То есть сейчас мы жили, да, начали жить, у нас маски, нас принуждают к вакцинации к той же, да. Все, ну, многие против, да, кто-то идет на поводу из-за, как бы, рабства, скажем так, той же ипотеки, кредитов там, ну, каких-то там потребительских и так далее. Кто-то просто, ему так удобно, да, ну, есть зарплата там 45-50 тысяч, там, меня не трогают, я там прихожу, что-то там делаю и ухожу, и все, и пофигу, как бы, да. Многие там, что толку? Многие, ну, я тоже знаю, что есть и такие, кто поддерживает, скажем так, эту идею. Ну, надеюсь, что они все-таки перерастут в более такие действия, которые будут ощутимы не только как бы на словах, но и на деле. Ну, поэтому еще раз предлагаю вам все-таки организоваться со мной, без меня, неважно. Попробовать, по крайней мере. Ведь пока не попробуешь, оно же не получится. Я понимаю, что проще сказать, да что толку, да толку не будет, да вот у меня кредиты, да вот у меня там ипотеки. Ну, сами посчитайте, да, ваши кредиты, ипотеки, они, и, ну, такие, допустим, моменты, как покушать, там, одеться, обуться немного, да, там, всякие там коммунальные, бензин, она же вся зарплата, она вот она из этого и состоит. У вас, в принципе, на это-то не особо хватает. Где-то себя отказываем, где-то себя ущемляем, где-то там что-то как-то, да. А не говоря уже там, допустим, о том, что сходить там в кино, к примеру, там съездить в Шерегеш, который сейчас, ну, такой, да, курорт вроде под боком, а туда только москвичам как бы по карману, по сути, съездить, да. Ну, такие моменты, вы просто сами себе как бы задайте вопрос, да, хотите вы так дальше жить, ну, дай бог. То есть я никого не принуждаю, опять же, никому не лезу там под шкуру, скажем. То есть хотите, живите. Но следующие 3 года, я вам могу сказать, они, скорее всего, 100% узаконят и маски, и все на свете, и будут вас и за очки, неважно там, сколько ты там регалий у тебя, какой-то там добычник там или кто. И за очки будут спрашивать, как сейчас спрашивают, только уже на законных основаниях. И увольнять будут, несмотря на то, что у вас там кредиты или ипотеки, как они в принципе сейчас делают. Им же по большому счету не важно, кто вы, что вы там, какие у вас. У них же есть как бы установка, да, запугать, надавить, подмять под себя. Ну, у них это как бы сейчас, конечно, все это получается. Ну вот я опять же предлагаю вам все-таки создать такой союз, который противостоит всему вот этому беспределу, который сейчас творится, не только у нас на предприятии. Но я считаю, что это наше предприятие, так как я неотъемлемое участие принимал, да, с вами рядом, со всеми работал. Я думаю, никто не в обиде там на меня, что как бы где надо помогал, где надо не молчал и так далее. Ну и вот еще раз, опять же повторюсь, что все в наших руках. Как мы сейчас себя поведем, так мы дальше следующие эти 3 года и будем жить. В масках, с уколами, блядь, ежемесячными там, ежедневными какими-то унижениями, скажем так, всяческими там, со стороны там ТБшника того же, там, со стороны там еще кого-то. Либо мы сами прописываем тот порядок жизни, который мы хотим, чтобы был на предприятии. Зарплаты, отпуска, все надбавки, все добавки, все, что касается повышения заработных плат, сверхурочных и так далее. Поэтому вот думать вам, решать вам. Мы, если сплотимся, если нас будет там большинство, я думаю, многие, ну, глядя на нашу борьбу, скажем, да, на наши действия, подхватят, и поэтому уже начальство и руководство, оно начнет считаться с мнением большинства, потому что, как бы, ну, мы же, получается, там, по сути, главное-то, мы сейчас, если все, уйдем в шахты, что там будет, что там, начальники пойдут работать или директора, сомневаюсь.
Поэтому вот так вот. Спасибо всем, опять же, кто поддержал. И тем, кто не поддержал. Ваше мнение мне тоже важно. Потому что, как бы, как один сказал мой друг, да, те, кто прогнулся, да, тот, кто прогнулся, он почему-то злится не на того, кто его прогнул, а на того, кто не прогнулся. Но это ваше, как бы, дело, ваше право. Тем не менее, я иду, куда я иду, я думаю, все-таки я туда приду, однозначно. С вами, без вас, ну, надеюсь, что с вами. Поэтому спасибо, организуйтесь, если кто-то что-то не понимает, вы всегда знаете, что я могу объяснить, могу подсказать. Вместе мы создадим, я думаю, такой союз, который будет работать именно на интересы трудящихся, а не на интересы работодателя и хозяина. Спасибо. Терпеть я не буду покорно проклятую эту судьбу. Шахтерами с темени черной пора бы ходить на борьбу.